Террорист, взявший в заложники несколько посетителей супермаркета в городе Треп на юге Франции, был убит в ходе спецоперации. В результате ЧП погибли 3 человека, 5 ранены, среди них полицейский. Все заложники освобождены. Премьер Франции уже назвал это происшествие терактом. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в срочном порядке покинуть саммит ЕС в Брюсселе и выехать в Париж, чтобы координировать работу спецслужб. Я хочу сказать о том, что происходит во Франции. Нападение, захват заложников – все позволяет думать, что это террористическая атака. Я хочу выразить свою поддержку тем, кому пришлось столкнуться и кто по-прежнему сталкивается с такой ситуацией. Предположительно, нападавший марокканец или выходец из этой страны ранее был известен французским спецслужбам. Во время захвата заложников террорист потребовал освободить главного подозреваемого по делу о терактах в Париже Салаха Абдислама. Кроме того, он заявил о своей принадлежности к группировке «Исламское государство». По данным МИД нашей страны, граждан Беларуси среди пострадавших в теракте нет.